Всем привет! В этом обзоре я покажу немецкую зажигалку BB365. Приобрел эту зажигалку в Германии в январе 2020 года. Вес данной зажигалки 53 грамма. В конце ролика я добавлю фото с весом зажигалки, с ее размером на фоне спичечного коробка. И покажу в замедленной съемке, как эта зажигалка работает. Состояние зажигалки идеальное. Корпус у нее латунный и имеет хромированное покрытие. Вот в этих местах покрытие это глянцевое, а на боковых сторонах покрытие матовое. Кроме этого, на одной стороне нанесена реклама фирмы, связанная с горнодобывающей промышленностью, о чем говорит вот эта вот надпись. Bergwerksbedarf. В переводе с немецкого будет горнопромышленные нужды или потребности. Что за логотип и какая-то фирма, я точной информации не нашел. Могу предположить, что это две первые буквы названия фирмы, O и H. И фирма называется Orbis Gendel. Если кто-то владеет полной информацией по этой фирме, напишите, пожалуйста, в комментариях, я буду вам благодарен. На нижней части зажигалки название фирмы BB. Это своеобразное сокращение. Полное название звучит Brauhaus und Baltrusch. 365 это название данной модели или ее цифровое обозначение. Далее идет Germany. Понятно, что Германия. И в самом конце DR патент. DR означает Deutsch Reich. И полностью в переводе будет патент немецкого рейха. По конструкции эта зажигалка автоматическая. Механизм у нее довольно необычный. Чтобы зажечь зажигалку, нужно нажать вот эту вот кнопку. На кнопке имеется рубчатая насечка для того, чтобы не проскальзывал палец. При нажатии на кнопку открывается крышка, закрывающий фитиль, но колесо, высекающее искру, при этом остается на месте, оно не прокручивается. Срабатывание колеса происходит в последний момент, когда кнопка достигает своего нижнего положения. Зажигалка будет продолжать гореть до тех пор, пока кнопка удерживается. Если кнопку отпустить, то крышка, закрывающая фитиль, закроется и зажигалка погаснет. Чтобы заправить зажигалку, нужно основное тело зажигалки вытащить вот из этого декоративного чехла или кожуха. Ватная набивка у этой зажигалки закрыта латунной вставкой. И у этой вставки есть продолговатое отверстие. То есть при заправке бензин наливается на эту вставку, просачивается через это отверстие и тем самым пропитывает ватную набивку. Если присмотреться, можно увидеть, что на этой вставке нанесено гелишвирование в виде рисунка, на котором изображены стебельки и листочки. Довольно необычное решение. Это винт, поджимающий кремень. Чтобы заменить кремень, нужно винт этот выкрутить. Удобнее это сделать при помощи отвертки.
Винт с пружиной не соединен. Далее достается пружина и кремнию трубку вставляется новый крем. После этого нужно вернуть пружину на место и закрутить винт. Ну и само собой, саму зажигалку нужно вставить в этот декоративный чехол. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки моя страсть.